Жюри фестиваля было международным. В него входили профессиональные музыканты. От Советского Союза в составе жюри участвовал композитор Андрей Шпай, заслуженный деятель искусств РСФСР, в последующем народный артист СССР, автор симфонических и камерных произведений, музыки к кинофильмам, а также многих песен. Программа фестиваля была насыщенной, рассказывал Андрей Яковлевич корреспонденту журнала «Музыкальная жизнь». Жюри работало напряженно. Надо сказать, что председатель жюри Доберский умело, терпеливо и внимательно вел наше заседание, что требовало большого искусства, если учесть чрезвычайно широкий и разносторонний состав жюри. Музыкальный материал польской песни в этот день Садовского был не слишком оригинальным, размышлял далее композитор Ишпай. Магомаев умело расставил семантические акценты, рассчитал динамические нарастания, выявил все тембровые возможности. Он пел артистично, проникновенно и сумел наиболее выгодно и полно показать свою индивидуальность, свое дарование. Его голос покорил аудиторию. Заседание жюри в данном случае не вызвало разногласий и споров, полностью совпало с мнением зрителей. Разнообразный широкий состав музыкальных судей был един в решении присудить первую премию за исполнительское мастерство представителю Советского Союза Муслиму Магомаеву. Объявление победителя публика встретила оглушительной овацией. Пятитысячный зал лесной оперы торжествовал неистово, гудел энергией восторга, словно космический корабль, готовый взлететь над этим чудесным парком оливковые леса, над Сопотом, над морем, чтобы, набрав высоту, парить над планетой, залитой солнечными огоньками, не спящих в столь поздний час городов и селений. Нельзя не заметить, что советский артист покорил зрителей не только удивительным голосом, музыкальностью, артистизмом, но и также внешним обликом. Если представить в шутку, что на фестивале проводился бы еще и конкурс красоты среди певцов, Муслим Магомаев, безусловно, был бы недосягаем. Советская эстрада диктовала жесткие рамки к внешнему виду артистов. Ни о каких перьях и стразах, любимых украшениях нынешних звезд, тогда не могло быть и речи. Костюмы мужчин-певцов на сцене практически не отличались от обычных деловых двоек. Элегантность в условиях такого табу была труднодостижимой задачей. Но никто, даже советские идеологи, не могли отменить классическую одежду музыкантов – фраки, смокинги. Другой вопрос, что далеко не каждый эстрадный певец выглядел бы органично в смокинге или во фраке. Смокинг Муслиму шил Рубен Зингер, великий Зингер, портной старой школы, настоящий мастер. Рассказывала историю этого костюма гражданская супруга певца Людмила Карева. Сейчас везде твердят от кутюр, а у него этот кутюр был в сердце. История знаменитого смокинга, что запечатлелся на телеэкране и на множестве фотографий, начиналась на несколько лет раньше. В 1967 году в Монреале проходила всемирная выставка «Экспо-67», где в составе советской делегации был и Муслим Магомаев. Из Канады привез он ткань для пошива смокинга и отделки. Когда старый Зингер увидел этот материал, у него даже руки задрожали. Трогал этот отрез, как живого человека, так ласково и с таким трепетом. И сшил знаменитый смокинг, в котором потом Муслим везде появлялся и на Сопоте в этом смокинге пел. Удивительная и неожиданная история рубашки к тому смокингу. Очень красивую рубашку с кружевным жабо и манжетами придумала и сшила знаменитая Людмила Гурченко. «Мы тогда близко дружили с Люсей Гурченко», — вспоминала Мила Карева. Когда мы познакомились, она еще была замужем за Иосифом Кобзоном, и мы много времени проводили вместе, гуляли вчетвером.
И даже когда Иосиф с Люси расстались, мы все равно с Гурченко дружили. Ее актерская гениальность – лишь частный случай ее человеческой гениальности. Портниха она была удивительная, могла шить что угодно. К рубашке Гурченко подарила певцу изумительную брошку, которая, как снежинка, вся в крупных стекляшках, будто бриллиантах, сияла и переливалась в лучах софитов. И в Сопоте этот подарок стал дополнением к великолепному костюму, гармонично подчеркивающим восхитительную красоту артиста. Многочисленные телекамеры, заполнившие громадный зал лесной оперы, уносили в ночной эфир фантастическую красоту, и она через экраны телеприемников торжественно и радостно входила в каждый дом, словно утверждая, каким прекрасным может быть человек. Не спали в ту дивную августовскую ночь и жители необъятной страны, Советского Союза. Во всех республиках, в больших городах и в маленьких городках, в селах и поселках, повсюду, куда волны телеэфира доносили трансляцию Сопотского фестиваля, смотрели, слушали выступления участников и так же восторженно, как публика в зале, внимали голосу Муслима Магомаева. Телевизоры в то время были далеко не у всех. Собирались у соседей, знакомых, у кого был телевизионный приемник, болели за Муслима, изо всех сил желали ему победы и были бесконечно счастливы, когда мечты сбылись. Признала первую серию представителей Советского Союза Муслима Магомаева. Представителя Муслима Магомаева. Счастливейшие мгновения духовного единения людей, словно разноцветные радуги восходили над страной. Крупные звезды августовского неба, казалось, сияли ярче, будто и сами звезды в ту дивную ночь приблизились к земле, спустились на кромку горизонта, заслушавшись, залюбовавшись красотой и совершенством. На следующий день в дружелюбной атмосфере Сопота появилась шутка. У Магомаева есть все – голос, внешность, манеры и песни. Нет лишь конкурентов. В каждой шутке доля правды, а здесь эта доля весьма ощутима. Звезд было много, а соперников, настоящих конкурентов – считанное количество. Но ведь и первое место, оно единственное. К тому же на Сопотском фестивале сложилась традиция, когда главная награда присуждалась не певцам, а певицам. В предыдущей истории конкурса лишь однажды победителем становился мужчина. На Сопоте 69 представительницы прекрасного пола разделили второе и третье места. «Среди моих соперников были прекрасные исполнители», – вспоминал Муслим Магомаев в своих автобиографических книгах. «Лучшей среди них я считал Кончиту Баутисту, темпераментную испанку, искрометную, отличную эстрадницу». Она не только пела, но и танцевала на сцене. Все думали, что именно Кончита получит вторую премию, но ей дали только третью. Вторую получила болгарская эстрадная певица Иорданка Христова. Да, успех был огромен. И тем не менее сам певец испытывал некоторое чувство неудовлетворенности, сомнения, возникшего еще до начала конкурсных выступлений. В Сопоте, когда начались репетиции, я не ушел с них сразу, отпев свой номер, а остался в зале лесной оперы, чтобы посмотреть и послушать тех исполнителей, с которыми мне предстояло соревноваться. Все они оказались чисто эстрадными певцами, соответственными у них были и голоса. Это у нас на эстраду выходили певцы с оперными голосами.
Конечно, я выгодно отличался от своих соперников. Председатель жюри – американец. Так и сказал мне после победы. Видно, что вы оперный певец. Даже если бы вы спели в 10 раз хуже, то все равно бы получили первую премию. Вот поэтому-то мне и было не по себе. Словно я въехал не в свои ворота. Ох, это нескончаемая дискуссия на тему его репертуара. Подчеркнутое противопоставление классики и эстрады в суждениях критиков всех мастей, нелицеприятные публикации в прессе, вторившие нареканиям чиновников от культуры. Часто половину своего концерта вы посвящаете классике, а второе отделение – эстраде. Не становится ли здесь эстрадная песня своего рода приманкой, вытяжным парашютом для некоторых неподготовленных слушателей? Обострял тему журналист, готовивший материал с Сопотского фестиваля для звукового журнала «Кругозор». Мне кажется, стоит бороться за то, чтобы эстрадная песня не боялась соседства с оперной арией. Этого я и добиваюсь. Думаю, что о приманке тут не может быть и речи. С достоинством парировал певец. Все прошло. Все смыло волнами времени. Осталось настоящее, а именно то, что эстрадную песню Муслим Магомаев поднял на высоту классики. А соперники на Сопотском фестивале были очень достойными. Иорданка Христова к тому времени была широко известна не только на своей родине, в Болгарии, но также и за рубежом, в том числе и в Советском Союзе. У нее сильный красивый голос, она эмоциональна, поет в яркой манере с хорошим вкусом, рассказывал композитор Андрей Ишпай. На конкурсе «В польский день» она исполняла песню «Весенний ветер», автором которой также является композитор Кшиштоф Садовский, и это выступление было впечатляющим. Испанская артистка Кончита Баутиста с первого появления стала любимицей публики. Сила ее искусства в удивительной естественности, страсть, с которой она поет, не придуманная, не сделанная, это ее существо. Я думаю, ее исполнительская манера идет от искусства андалузских цыган, артистка родом из Севильи, размышлял Ишпай. До того, как она стала сниматься в кино, Баутиста пела песни в стиле фламенго. У нее красивая, чуточку прямолинейная меццо-сопрано, причем некоторая тембровая однокрасочность составляет его не лишенную приятности характерность. На фестивале Кончита Баутиста пела польскую песню «Балалайка», а позднее, в концерте лауреатов, испанскую песню «Это любовь». И когда в четвертый раз бесировала, плакала от счастья. Фестиваль продолжался. На его третий день был именно тот конкурс, за который особенно родили в Союзе композиторов СССР – конкурс песен стран-участников. «Я пел в Сопоте «Сердце на снегу». Принимали песню великолепно, но по условиям конкурса один исполнитель не может получить сразу две награды. В наших музыкальных кругах потом еще долго выражали недовольство. Он, мол, представил себя, а не советскую песню», – вспоминал Муслим Магометович. Но для зрителей не имели значения эти организационные условности. Муслим был лучшим, недосягаемо лучшим, и это наполняло сердца людей радостью и солнечным светом. А тем, кто болел дома на родине, дарило великое чувство гордости за страну. Сейчас, к сожалению, все больше забытое. Луны, звездный лед,
как во сне, в коней полет под морозной синевой, на дороге столбовой, брошено в пургу, сердце на снегу. Да. Стрела по степи пролегла, как слеза по щеке. И только золотками, только без смерти, о замерзшем себе ямщине. То кляня, то маня, сквозь года зовет меня. Это ясная до дна русской песни глубина, нежность и мечта, сердце чистота. Да, роди, да, стрела по степи пролегла, как слеза. Трансляцию того концерта, проходившего в субботу, вновь до глубокой ночи смотрела вся страна. Вновь ждали выступления Муслима, болели за него, радовались его успеху, видя, как волной поднимается зал лесной оперы. А зал, 5000 зрителей, вновь аплодировал неистово, гудел энергией восторга, вновь казался космическим кораблем, готовым взлететь над тем волшебным лесом, над Сопотом, над морем, чтобы, набрав высоту, парить над планетой, залитой золотыми огоньками, не спящих в столь поздний час городов и селений. Закончил свое фестивальное выступление, закончил блестящее, великолепным исполнением новой песни, новой советской песни композитора Арнольда Баканяна на слова Александра Дмашевского «Сердце на снегу». Эта песня, кстати, была написана специально для Сопота, и она впервые исполнялась сегодня. Но мне кажется, и я думаю, что ни у кого из нас, и ни у кого из зрителей здесь, в лесной опере Сопота, который столь горячо принимает выступление советского певца и его песню, нет сомнений в том, что эта песня «Сердце на снегу» станет популярной. Она наверняка останется уже в Польше, и мы много-много раз ее еще слышим с вами и в Советском Союзе, и, возможно, на Сопотской сцене.
Браво, Муслим. Это, пожалуй, все, что можно сказать сейчас. Песня «Сердце на снегу» оставалась как бы вне конкурса, поскольку ее исполнитель уже стал лауреатом, а первую премию в тот день получил певец из Швейцарии Генри Десс за песню «Марии Консуэло». «Марии Консуэло» – песня о матери, сыновья которой погибли в партизанском отряде. Она ждет лишь младшего сына, ждет его каждый вечер, смотрит на дорогу, ведущую в джунгли. Ждет, не зная, что очередь из автомата оборвала его жизнь. Профессионалами отмечалось, что в этой песне была найдена подлинная гармония музыки и слова, а зал принимал песню сердцем. Вторую премию в этом конкурсе получила французская песня «Ее постоянный столик», исполненная Анри Ташаном. Сюжет этой песни прост. Каждый день в кафе официант приносит чашечку кофе девушке, в которую влюблен, с которой боится заговорить. Наконец, молчание нарушено. Он благодарит за чаевые. Успех сопутствовал также финской песне «Память о детстве», она Гранхольма. Разнообразие манер и высокий уровень произведений – основные особенности песенного конкурса на фестивале в Сопоте. Советская песня не затерялась среди них, напротив, запомнилась и зрителям, и участникам, и, конечно же, многомиллионной аудитории телезрителей. О конкурсной песне «Сердце на снегу» Арно Бабаджаняна мне говорить нелегко, так как я люблю все песни Бабаджаняна, рассказывал Муслим Магомаев в интервью корреспонденту газеты «Советская культура». Скажу только, что многие из участников захотели включить ее в свой репертуар. Заключительный день фестиваля, воскресенье 24 августа, день грампластинки. Исполнялись произведения, которые, по мнению фирм грамзаписи, могли стать популярными. Здесь оценивалось не качество песен, а их интерпретация, и награда доставалась певцу. Так же, как и в предыдущие дни фестиваля, действовало правило о том, что один исполнитель не может получить несколько наград. На конкурсе грампластинок не было ни первого, ни второго, ни третьего места. Премия была единственная. Ее присудили испанскому певцу Мичелу. В то время он был широко известен, много гастролировал. Знала его и советская публика. Мичел выступал с концертами в СССР. В завершении фестиваля состоялся концерт лауреатов, подаривший зрителям незабываемые эмоции. Здесь выступали лучшие из лучших, звучали самые лучшие песни. Среди счастливых зрителей, заполнивших в тот вечер чудесный зал лесной оперы, были советские моряки. Соседний с Сопотом город Гданьск – крупный морской порт на Балтийском море. Морякам повезло оказаться в Польше именно в те дни. В зале они развернули огромный плакат со словами «Болели не зря». И этот задорный лозунг словно привет с родины, где миллионы людей с восхищением и любовью болели за любимого певца Муслима Магомаева. К сожалению, центральное телевидение СССР преподнесло в тот вечер крайне неприятный сюрприз телезрителям страны, досрочно прервав трансляцию заключительного концерта фестиваля. Но, несмотря на это, в сердце и памяти людей добрым светом оставался Сопот-69, выступление любимого певца, волнение за него, оглушительная радость успеха, восторг красоты и ощущение счастливого полета. Корреспонденты газет звонили в Сопот, чтобы поскорее сообщить читателям столь ожидаемые вести. Была глубокая ночь, но, нарушая все известные правила тишины, тысячи бакинских окон слушали Сопот.
Оттуда, из лесной оперы, неслась к нам раздольная мелодия вдоль Попитерской, и казалось, что музыка эта у нас в Баку и несется вдоль по нашим улицам. Город всеми окнами болел за земляка, писал Леонид Герчаков, журналист и ранее знакомивший читателей с творчеством Муслима Магомаева, начиная с самых первых его шагов на большой сцене. «Вдоль по Сопоту с победой!» — назвал автор заметку, вышедшую 25 августа в одной из бакинских газет. Поцелуй меня, эту мабушку.